Пока жители на самоизоляции, они продолжают работу. У управляющих компаний нет возможности прервать свою деятельность на период пандемии. Любая незначительная неполадка на внутридомовых сетях может стать причиной большой аварии. Поэтому сотрудники управляющих организаций стараются незамедлительно устранить все неисправности. Например, сегодня работники управляющей компании ЕДС «Щелково» занимаются ремонтом трубы системы отопления в доме номер 3 по улице Чкаловская. В четверг на ней был обнаружен очаг коррозии. Уже сегодня здесь ведутся сварочные работы. Слесарь выявил участок трубопровода, который подвергается коррозии. Произвели слив системы отопления первого подъезда, заменили участок трубопровода центрального отопления. О проводимом ремонте сотрудники УК оповестили заранее. Потребовалась замена 1 метра трубы. На работу потратили всего час. Теперь состояние трубы больше не вызывает опасений. Можно продолжать эксплуатацию. В период пандемии управляющие компании продолжают обход домов, проверку состояния сетей и плановый ремонт. Предупредить аварию проще, чем потом устранять ее последствия. И все ремонтные работы необходимо проводить своевременно. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.